Я бы хотела увидеть души, не слепнуть от длинных густых ресниц. Я хотела бы их шепот слушать, будто бы шелест книжных страниц. Я бы хотела увидеть мысли, не ошибаться в черных сердцах. Если какие-то души прокисли сразу, читала это в глазах. Я бы тогда сократила время, жизнь сохранила от пустоты. Стало бы деревцем каждое семя, а не только мечты, 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 мечты. Я бы хотела увидеть души, я бы хотела увидеть души, я бы хотела увидеть души. И уходит в надежные руки стихотворение «Души» в надежные руки очкарика. Иногда некоторые люди изнуряют себя безответной любовью. И у меня есть стихотворение, которое называется «Одной любви не хватит двум сердцам». Непочтительно ко мне и холодна, а я, ища намеки страстной дружбы, с твоим бесплотным образом нежна, и голос разума надорван и простужен. Ищу, стучу, просвета нет лучам, которые казались мне живыми. Одной любви не хватит двум сердцам, взаимности не будет между ними. Не может литься лишь один поток, иссякнет он, высушивая сердце, нависнет низко жуткий потолок, о стенах не останется ни дверцы. И в этом склепе вдруг увидишь сам, что чувство все в тебе лишь обитало. Одной любви не хватит двум сердцам, пустому сердцу вечно будет мало, вечно будет мало, пустому сердцу вечно будет мало, товарищи! А ну, дарю, отрывайте пирожок и забирайте. Бессмертное произведение Натальи Грейс посвящается всем страдальцам любви, которые любят страдать и орошать подушечку слезками, и раны свои расцарапывать и посыпать их солькой и перчиком, а также не слезать с дохлой лошадушки по нескольку годочков. Стихотворение на тему садо-мазо так и называется «Мазохист». Ха! Не тянитесь к тем, кто вас не любит, поверните в сторону глаза. Тех не грейте, кто не приголубит, кто для вас бесплодная лоза. Проводите их улыбкой долгой, не печальной и без слез не злой. Пусть они плывут, как лодки Волгой, к берегам иным, к себе домой. Не стремитесь к тем, кто вас не помнит, не бросайте сердце к их ногам, не потейте в их каменоломнях, не мечтайте сжаться к их устам. Жизнь чужая вашу кровь не вспенит, разверните новый чистый лист, не цените тех, кто вас не ценит, если только вы не мазохист. Алла-Элла. Стихотворение называется «Веснушка». Веснушки были как снежинки, мгновенный фотокадр в метель.
Одна из них обворожинкой нашла в устах свою постель, но не растаяла веснушка, сдружилась ласковостью губ и кружит малою печушкой, роняет листья шумный дуб. Веснушки рыжие, снежинки осенних листьев карусель. Одна из них обворожинкой влетела в сердце, как в тоннель. Отдаю. Бессмертное произведение Натали Грейс «Сидеть на ступенях Гранд Опера». Сидеть на ступенях Гранд Опера, говорить обо всем с тобой. Будет осень порывиста и щедра, и с обоих сердц упадет гора в океан любви голубой. Маннергейма дом покажу тебе, не какой-нибудь финский сейл. Мы с тобой вдвоем упадем в купе так легко, как письмо на мейл. И по Красной площади мы пойдем, как не шел никто никогда. Мы друг друга легко, глубоко поймем. Лед и пар, и вода, вода, вода. Останавливать время, хватать луну за холодный белесый бок, прыгать в море и камнем идти ко дну, каждый чувствовать волосок. И еще так много всего, давай будем делать с тобой вдвоем. Ранним утром в кафе пить горячий чай, перемешанный с ноябрем.